Всем привет! И сегодня мы продолжим говорить о частях речи английского языка и разберем, что же такое noun. Существительное. Итак, noun is a word which names things we are talking about. Итак, существительное – это какие-то слова, которые называют вещи или предметы, о которых мы говорим. A noun names. Существительное называет. A person. Человека какого-то, персону. Ну, например, вот у нас man. Мужчина. Then noun names. Итак, существительное называет the thing. Какой-то предмет, вещь. Вот, например, book. Книга. И также noun names. Существительное называет place. Место. Например, Great Britain. Великобритания. Существует несколько видов существительных. Например, common nouns. Нарицательные существительные. Это такие существительные, которые называют какие-либо предметы в общем, то есть которые принадлежат к определенному классу или группе. Ну, какие, например, tree, дерево, да, это просто класс, ну, какого-то вида растений, да. Ну, какой еще пример может быть? Например, car. Машина. Это тоже как общий класс, общее название. И также существительные бывают proper nouns. Итак, proper nouns – это собственные существительные, и они обозначают, ну, например, какое-то конкретное имя, название какой-то вещи, предмета. Скажем, имя Джон – это имя конкретного человека. Или, например, ну, какой-то город – Нью-Йорк, окей? Или Челябинск. Это proper noun, собственное существительное. Итак, повторим, что же такое noun, существительное? Это какое-то слово, которое обозначает предмет, место или какую-то вещь. Окей? Приходите к нам и изучайте много существительных со школы PM Studio.